дополнительным подтверждением смены финансового номера телефона. Вы подтверждаете подачу данной заявки? В смысле? В смысле? Какой номер телефона? Ничего не подтверждаю. А что там поменялось? Номер телефона... Смотрите, с вашей учетной записи к нам поступила заявка на смену финансового номера телефона, то есть номер телефона, который привязан к вашим картам и счетам, а также на который приходят сообщения с номера 900 о финансовых действиях. Ага. Нет, нет, не было такого. Отмените, там ничего не делал я, ничего не менял. Смотрите, учитывая, что вы отрицаете подачу данной заявки, я буду вынужден зафиксировать попытку мошеннических действий и приостановить финансовое обслуживание вашей учетной записи до конца технических разбирательств. В смысле? А зачем прекращать обслуживание моей учетной записи? Это зачем? Для того, чтобы эти лица не могли воспользоваться вашими финансовыми средствами. Вот для чего происходит приостановка. Ну, подождите, ну как так? Я и пользуюсь активно, поэтому не надо ничего. Я вас понимаю, уважаемый клиент. Дело в том, что... Смотрите, давайте заполним заявку в технический отдел, и они вас проинструктируют о дальнейших действиях. Вы своим онлайн-кабинетом когда последний раз пользовались? Сегодня. Сегодня заходил утром, наверное. Мне туда переводили деньги. Я вас понял. Смотрите, дата и, если по возможности, время последних финансовых списаний по вашей дебетовой карте. По дебетовой? Последних списаний? Ну, сегодня, наверное, оплачивал. Да. Сегодня утром, наверное, в 10. Списаний можете? Ну, 2700, наверное, или 2800. Зафиксировал данную информацию. А приблизительный остаток можете указать? 200 с копейками там. Зачем это вообще информация? Какая разница? Для идентификации вас как нашего клиента, потому что я же говорю... У вас разве не отображается? У нас нет, технический отдел, мы с вами заполняем заявку. Вашу учетную запись мы заморозили, поэтому необходимо заполнить заявку в технический отдел. Давайте заполним. Это как-то обезопасит мою запись? Для этого мы производим идентификацию наших клиентов и звоним для того, чтобы подтвердить совершить голосовое подтверждение данной заявки, но вы ее отрицаете, поэтому... А к какому номеру привязывали? Или что там делали? Меняли на какой номер? Привязывали к номеру, последние четыре цифры которого 1885. А полностью номер можете сказать? 929, 827, 18, 85. 827, 18, 85? 929, 827, 18, 85. Ага, все. Ну, как интересно. У меня сейчас посмотрим, не может такого быть. У меня даже знакомых. Я не думаю, что будут такие номера. Этот номер не является вашим новым финансовым, правильно я вас понял? Нет, нет, нет. Так, информацию зафиксирую сейчас, секунду. Какими еще продуктами нашей компании вы пользуетесь? Кредитные карты? Нету ничего. Сберегательные вклады, счета? Нет, нет. Фиксирую данную информацию. Нет. Так, секунду. Другими банками пользуетесь? Это необходимо, чтобы передать в их технический отдел данную информацию? Нет, 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 не пользуюсь. А как вас зовут? Леонид Юрьевич Парфенов. Леонид Юрьевич. Леонид, да, знаешь, что ты долбоеб? Ты лоха, ищи где-нибудь, знаешь где? Лоха, ищи где-нибудь, блядь, на просторах интернета. Да, блядь, я в рот тебе ебал, понял? Овца ты ебаная, понял? И всех твоих родственников, да похую вообще. Вообще похую, пиши там, что хочешь. Я не понимаю форму общения вашу. Да ты долбоеб, ты разводить будешь, знаешь кого, бабушку с дедушкой будешь разводить. Овца ебаная, не звони больше. Позвони вашим дедушке с бабушкой. Звони бабушке.